Сейчас готовлю очень интересную часовую программу на июнь месяц, где будет очень много итальянской музыки, латиноамериканской, а также самых популярных хитов из мюзиклов. И, конечно же, одна из популярнейших песен, которая завоевала всемирную любовь, это «Бесамо мучо», что в переводе означает «целуй меня много, целуй меня крепко». Написана эта песня была впервые в 1940 году пианисткой Консуэло Веласкес и, конечно же, произвела большой фурор. То есть она стала очень-очень популярной, эта песня. Пианистка написала эту песню по одним данным лет в 19, по другим 24 года. Она была выпускница католической монастырской школы и, конечно, про поцелуй ничего и не знала, потому что все время занималась музыкой. Музыканты меня поймут, когда ты полностью посвящаешь себя музыке, то она тебя полностью захватывает в свои объятия. Но как раз эта песня «Бесамо мучо» помогла ей освоить эту нехитрую практику поцелуев, потому что ее первые, кто услышал, был программный редактор одной из знаменитых радиостанций, известный продюсер Мариано Ривера. И сначала он помог раскрутить песню, а затем сделал предложение руки и сердца Веласкес. И даже настолько она была скромная девушка, что за нее «да» сказала ее мама. Ну а теперь я постараюсь вам исполнить эту песню без микрофонов, без обработок, чтобы вы ее услышали. Если вам интересна история о песнях, напишите в комментариях, и я буду вам рассказывать. Ну что ж, самая романтическая песня. Бесамо мучо. Si ferra sta noce e ultimo Tengo miedo perderte después.